Всем привет, с вами Кузан Кирмалашка и Чушка Пэт. Мяу! И мы играем в Гренни. Я нуб, поэтому мы будем играть на... А ты будешь как, с багом или без? Ну, может быть, это видео будет посвящено багу. Так, да, будет багу. А можно я сделал баг? То ты больше всего времени будешь сама проходить. Можешь сама скачать Гренни. Я назову Гренни с багом Нубик Кэт. Я не нуб Кэт. Ну блин. Я знаю все к чему. Вот мы с тобой вообще не нубы. Проходим все на изи. Хэдшот! Все? Забаговали бабули. Изи просто было, понимаете? Просто изи было. Изи! Замки поставить. Изи камочка. Что было прикольно. Да. Так хардкор. Какой хардкор? Тем более замками я один раз все активировала, а выйти с дома не могла. Потому что она не знала, какую хрень сделать. Неправда, я помнила все. Ты забыла, тот рычаг нужно было повернуть? Я на тот рычаг нажимала, Вася. Ты забыла? Прикол, короче, один раз, когда мы были на середине доски, мы нажали на эту штуку и провалились. Хэдшот! О, прикольно. Он сквозь что-то проходит. Может, попробую вазочку? Не, вас не получает. Тихо! Май гад! Я обосралась. С модами мы не сможем пройти, так как мы не знаем, как сделать моды. Да. Мы не сделали кое-что с молотком. Че? Потому что мы не сломали доски. Я зачем-то себе брону тут кручу-мурчу. О, кручу-мурчу. Шикарная рифма. Кручу-мурчу. Молоток, жди нас. Ну, можем заодно кручу-мурчу взять. Меня манит. Почему? Меня манит. Который я тебе говорил коричневый. Пожалуйста, а то мне кажется, что прошло 200 лет и все старые, кроме обычно падает на пол. Сейчас у нас тут получилось некоторое.
ничего. Не пой. Так, габай. Так, нас музыкальное видео. Моя спиночка. Нашла. О, браво. А там же еще вот ключ, вот кое-чего. Я знаю. Шикарно, все так вместе поставлено. Это оригинальный, да?
Нет. Или это? Вот это. Я думаю, что это... То, что это, я помню, всегда, когда смотрел КПП. Там всегда... Вот, видишь? Только это оригинальное. Не-а. А где шестереночка? Забыла? Где? Смита, не помнишь? Где-нибудь поищи. Помнишь? А на третьем этажике что у нас было? Я не помню. Я помню. А-а-а. Я помню, что было. Стой, не туда. Там, где... In my phone. Где Лося? Вот любила этот клип. Стоп. Ты чё? Пошли на где? Вот она себе спряталась. Да. Ребята, я тут просто своими ногами, и я тут так узко, может быть, приборщаться, а где-то мне... Я ж не буду... Наконец-то мы пройдем! Правда, с багом, ничего страшного, это не важно. Подписывайтесь на канал, с вами была Кузовкин Милашка и Джинка Кейв, который встречал всем по-черному.